оттуда. Угу. Оттуда выезжаю, смотрю, оттуда уже едет с большой скоростью девушка. Я раз тормоза и спустил назад чуть. Назад чуть-чуть, она, если я не тормозил бы, она бы ударила сюда. Я спустил, она поехала туда. И упала сюда, вот это место. Как так, какой частью был у вас? Вот она. Куда, вот, куда ударился велосипед? Вот она вот так ехала, и так. Вот сюда ударила, отсюда, отсюда. Вот где госномер находится, да, сюда, да, вот отсюда начала удариться и упала сюда. И куда упала? Вот сюда. Упала сюда. Потом мы взяли ее, она не трогали. Вы вышли из машины? Из машины вышел, люди вышли, а там машина стояла против меня тоже. Стоял, посмотрели, я спрашивал, дочка, что-нибудь у тебя болеет? Она говорит, ничего не болеет, нога только чуть болеет. Так. Я голову проверил ее потихоньку, аккуратненько, стаж да большой у меня. Ногу посмотрел, смотрю, чуть-чуть уже кровь есть, чуть-чуть вот так зацарапано. Это, видимо, это номер зацарапал ее. Или когда упала. Зацарапала. На левой ноге, да? На левой ноге, видимо, нога номером зацепился. Упала. Потом я сразу вызвал скорую. Не стал никому давать, чтобы трогали ее. Вызывал скорую, скорая быстро приехала, МЧС приехал, скорая посмотрел, на своем ходу она пошла скорая, своими ногами. Она пошла в скорую, они забинтовали и второй городской детский больницу везли. Все. Девочка одна была? Одна была, там мальчики за ним ездили на велике, они потом ушли здесь стояли. Вот он, это парень тоже был здесь. У него мать тоже здесь была, ждала долго. Просто не было никого, за это вышло там. Мама у девочки приходилась? Мама девочки сюда не приходила, она сразу в больницу, а соседка была здесь. Увидела все.